Я вас приветствую, дорогие мои! С вами Тамара Капибара, и мы продолжаем проходить нашу любимую Ларочку. Ребят, ну что? Ой, надо стрелку убрать. Так, на нас опять, наверное, выбегут сейчас эти обезьяны, потому что, ну чё, в прошлой серии мы встали на руку Мидаса. Ну-ка! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Но эти пистолеты очень мощные, ребят! Очень офигенные они! Опа! Не заденешь, не заденешь, не заденешь. У меня преимущество, я сверху, понимаешь ты или нет? Глупая ты мартыха. Обезьяньего вида. Что я сказала? Глупая мартыха, обезьяньего вида. Нормально? Новая, знаете. Так, ну что, ребята, на руку больше не встаем. Она может превращать в золото все что угодно. Ларка, я предлагаю разбогатеть. Натащим тут сюда всякого, всякое, всячину, всякую, всячую. Ну, вот так вот, ребята, что это? Не надо. Короче, какие-то выемки. О, золотой слиток, да? Ну, видимо, наверное, ребят, по логике вещей нам надо найти три золотых слитка и вставить. И что-то произойдет. Ну что, ребята, начнем нашу эту... нашу археологическую деятельность. Вот такую вот. Так, ну что у нас, кстати, по статистике уровня? Что-то я это разоговорилась. Так, артефакты 1, а реликвии 2. Ребят, как мне сказали... спойлер к этой серии. Ну, это не считается спойлером, потому что мне сказали только, Тамара, достать тут реликвию полный пи... Ну, нельзя говорить, потому что это будет матом, а мат Ютубу не любит, поэтому полный пи нас ожидает. Вот так вот. Не знаю, что за пи, но, видимо, ожидает. Так, какая-то дверь открылась. Это хорошо. Дверь открылась, значит, пойдем туда. Ага. А больше-то куда? А больше-то и некуда пока. Смотрите, как все красиво, офигенно. Подождите, стойте. Волос мой тут висел на мониторе, представляете? Волося. Волосня. Так. Там еще рычаг, но нам до него никак не добраться. Мидас, можно у тебя на коленках посидеть? Нельзя? Ребят, какая красота. Какая красота. Так, полюбовались и хватит. Я скачусь по крыше. А вот тут она зацепилась. Когда не надо, она цепляется. Смотрите, она ноги отбила. Ну что ж за паразитство-то? По крайней мере, была контрольная точка. Так, тут вроде больше ничего нету. Ничего нету, ничего не светится, ничего не хочет, чтобы мы взяли нас. Взяли нас, что? Ладно, не важно. Ничего не хочет, чтобы мы взяли это. Это то, вся... ладно, все. Иногда заговариваешься и несешь какой-то бред. Ну, иногда бывает смешной бред, иногда не очень. Так, ладно, ребят, я засекла серию минут 30. На 30 минут пойдем. На 30 минут пойдем тут нашу археологическую деятельность вести. Так, контрольная точка снова. Ага, там какая-то штукенция. А тут что? Смотри, тут можно и наверх сбегать. А зачем? Патроны. А хорошечно. Итак. Залезть наверх, чтобы пострелять мышей? Веревка какая-то. Так, ладно, ничего не понятно, но очень интересно. И что мне с этим делать? Не знаю, ребят, пока бежим, куда бежится. Найдем тупик и перестанем бежать. Логичная логика. Не знаю я, ребята, не знаю я, честно, вот. Что тут делать? О, здравствуй, старый друг, здравствуй, старый друг. Ты что? Как светятся твои глазенки-то глупые. Ты не можешь на лестницу забраться? Ну, твои проблемы, чувак. Так, надо эти пистолеты копить. О! Здорово, кошатина! Не получишь киска-вискас. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Я думала, она сдохла. Ладно. Ой, смотри, тут... Давай-ка. Опа, минус подпорка. А что это мы делаем? Не знаю что, но это очень интересно. А, подождите, это мы не тот столб ломаем, который там стоит? По-моему, это он. Пацаны, неужели так просто решается эта загадка? Получается, ничего не надо делать, просто сломать и все? Да ладно. Да не может быть в Ларе Крофт так просто все. Так, что это?
Свинцовый брусок. Свинец. Значит, нам надо превратить его в золотой, скорее всего, с помощью руки этого Мидаса. А как по-другому-то? Только так. Для чего это нам еще рука нужна? Видимо, только не знаю, как мы туда положим. Я не знаю, надо аккуратно палкой подтолкнуть на руку, а то нечаянно коснемся кончиками пальцев его ручонки. И все, сами станем золотым изваянием. Так, что тут случилось? Ой, тут все сломалось. Ой, все сломалось. Так как все сломалось. Все ужасно сломалось. Все переломалось. Там, кстати, кольцо есть. Так, а тут чем-нибудь я могу влезть, нет? Что-то ничего не могу сделать. Не знаю я, пацаны. Наверх, что ли, могу теперь забраться и сверху там полазить? Ну, больше я вариантов никаких не вижу. Может быть, там есть какие-нибудь реликвии, ребят. Не будем сразу уходить. Посмотрим. Ну, мне кажется, на этой локации мы долго будем, поэтому... Поэтому... А, ты прыгнешь? Да, прыгнула. Отлично. Так, еще прыжок. О, там патрон. Нет, там аптечка. Ребят, если тут не будет реликвии, а только аптечки и патроны, я заплачу просто. Я заплачу. А, ну так, логично. Еще это с того прыгаю. Так, все, понятно. Все, отлично, отлично. Давай, разгоняйся. И еще побыстрее. И еще побыстрее. И еще побыстрее. И еще побыстрее. Ну, я не так хотела. Ладно, я не так хотела. Ну, не то я хотела, конечно, Ларк. А, ну, в принципе, почему не то-то? В принципе, все то. Все этого. Так, ладно. Ой, что-то я переживаю, что ты не уцепишься за столб. Ой, что-то я прям волнуюсь, ребята. Ты волнуешься, что она не уцепится? Так, интересно, что она вылетела-то у меня? Хорошо, хоть контрольные точки тут есть. Вот это меня прям радует. Так, а выше еще можешь? Может, может, моя девочка, может, моя красавица. Так, контрольная точка опять. Хо! Хорошо, пацаны, вот это уже мы не свалимся. Так, кольцо. Кольцо, кольцо. Так, дальше-то что нам делать-то? Дальше-то что? А, дальше все свалено. Мы можем прыгнуть на тот столб. А зачем? А зачем нам это надо? Зачем нам это надо? Куда нам надо делать? Куда нам что делать-то? Что делать? Чего делать-то? Так, Ларк уже шнурки начала завязывать. Я не знаю, куда надо. Почему, кстати? Тут, может быть, есть какая-нибудь аптечка, нет? Нет, ничего нет, там только кольцо показывается. Так, нам надо до туда как-то добраться, но я что-то немножечко не понимаю, куда. Мы можем прыгнуть вот на этот столб. Но смысла в этом особого-то нет никакого. Можем... Давай обратно. А, тут мешает, тут же мешает. Не получится. Не получится совсем, не получится. Не получится, не получится, говорит нам Лара Крофт. Не получится. А если мы туда скатимся, то что, ничего хорошего не будет-то? Да, наверное... Ну, вот. Ага! Вот оно чё! Вот оно чё! Вот оно как! Вот ты ж! Как оно называется-то? Так, пацаны, ну реликвий тут, я чувствую, никаких не будет. Так, главное, игра, не вылетай, не... А то я переживаю, что она сейчас вылетит. Не знаю, что случилось. Но это меня беспокоит. То не вылетал, не вылетал, тут раз вылетело. Так, эти старания ради аптечки. Зачем? Кто мне подскажет? Кто расскажет? Ой, там в текстуры чуть не улетели. Ну ладно, эта аптечка нам, ну, не помешает. Ой, зачем я хильнулась? Я хотела подобрать. Вот зачем я это сделала? Ну ладно. Так тоже сойдет. Так тоже сойдет, пацаны. Ну, это было несложно, в принципе. Просто надо было подумать головой. Так, ребят, артефактов мы там не увидели. Там только была локация аптечек.
Блин, зачем применил аптечку, блин? Не эту кнопку нажал. Ребят, когда играешь в две игры параллельно, бывает, путаешь кнопки, понимаете? Что я в Макси Пэй не хочу прыгнуть на пробел. Макаки, макаки! Орангутанги! 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 Ведите себя прилично! Прилично, прилично! Обезьяны, обезьяны, нате вам по банану! Я вру, у меня нет банан. Ой, блин! Ой, блин! Да, ты, лечись! Лечись, блин! Обезьяна, блин! Зажала в углу! Фу, блин. Вот тебе обезьяна, блин. Все аптечки наши. А как они сюда вообще забрались-то? Ну, хотя это обезьяны, они могут... Они могут и не такое. Хотя большие что-то не трачу. Так, тут что у нас откроется? Так, что-то открылось, смотрите. Что-то у нас даже открылось. Красота. Контрольная точка тем временем была. Ну давай, ломай ноги опять. Не знаю, почему разработчики придумали так, что он постоянно ломает ноги. Хотя вроде этот спуск не должен ей ломать ноги. Хрен его пойми, зачем? Ну ладно, ничего страшного. Подождите, а куда это я пошла? Я не обратно же пошла? Я чувствую подвох. Я чувствую опять подвох, да. Не в ту дверцу пошла. Я пошла в туда, где была, блин. Это называется чутье, блин, подвоха. И меня не подвело чутье подвоха. Так, ладно, ребят, ничего страшного. Тем более не так много времени. Так, нам надо в другую... Подожди, а куда? А где дверь открылась? А, открылась там вообще. О, невнимательность, мое второе имя. Ладно, поспешим. Побыстрее как бы попытаемся. Так, давай. Что там у нас там открылось? Так, время смотрю, время еще есть. Время у нас с вами есть. Так. Ой, у меня те пистолеты. А, я думала, кончились. Не-не-не, есть. Какие-то горящие чаши, ребят. Интересно. Ой. Я уж думала, тут тупик просто, знаете, по приколу Мидас построил тут, типа, чтобы путники тут заблудились. Хорошо. Что это? Что это и куда это? Так, ладно. Чё, это крокодил, что ли? Вы чё, блин? Это крокодил, что ли? Там глаза светятся. Мужики, это крокодил или... Серьезно? Вот это я тебя заметила, друган. Представляете, пацаны? Поплыл ко мне на радостях, блин. Что он не убивается? Ты чё? Да сколько ему надо-то? Ты шо, пацан? Так, понятно. Может, я просто не попадала? Все, откинулся. Нифига себе, блин, крокодил. Вот это я заметила. Думаю, что там за глаза светится, блин? Вот крокодил. Здрасте, приехали. А тут он один или нет? Мне почему-то кажется, что тут несколько крокодилов, наверное. Блин. Ну ладно. Ну ладно, ничего страшного. Если будет еще крокодил, мы просто убежим от него. Скажем, крокодил, крокодил, иди-ка ты нафиг. Так, а тут я могу вылезти, нет? Нет, не могу. Не могу я тут вылезти. Так. Можно побыстрее, Ларка? Так, а тут я вот где-нибудь могу вылезти, нет? Ой. Что это там такое? Рычаг какой-то. Вот мне к рычагу, походу, и надобно, пацаны. Во, еще какой-то рычаг, смотрите. Тут одни рычаги. Вот крокодил наохранял-то, пацаны, смотрите. Давай, нажимай. А как мне к тому попасть? Так, хорошо, мы что-то там открыли. Только непонятно, что и зачем. Так, крокодил, походу, тут один, потому что мне бы уже давно кто-нибудь жопу откусил бы. Так, она забирается только по этим уступам.
Так, ладненько. Так. Понятно, что ничего не понятно. Ой, тут какой-то рычаг, смотрите. Так, ну-ка. Так, тихо. Так, давай, давай, давай. Ларуся, давай! Да, тут и там рычаг, и тут рычаг. Короче, много рычагов. Давай, нажимай. Так, о, еще, смотрите, что-то еще. А, нам как раз-таки сюда. О, вот оно что. Хорошо. Так, что-то мне не нравятся эти дырки в полу, они какие-то нехорошие. Что-то вот как-то страшно, согласитесь. Вот какие-то вот отверстия непонятные для воды, для... Не знаю. Что-то доверия у меня к этому нет. У тебя есть доверие? У меня как бы нету. Так, теперь понятно. Это лестница, да? Заберешься. О, побыстрее, побыстрее, пободрее. Полезла девочка моя. Так, ну что, давай. Еще рычажок. Так, хорошо. Вот там я вижу. Так, теперь-то что? Теперь на лестницу, наверное. Так, ну-ка. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Никакой воду. Не полезем мы в воду. Не хочу я в воду. Давай-ка мы... Мы допрыгнешь, да? Как-нибудь... Хорошо, молодец, моя девочка. Хорошо. Отлично, замечательно. Так. О, вообще отлично. Смотрите, что делает. Ух ты ж, акробатка ты моя. Так, нам бы еще туда как-то попасть. Ладно, попадем. Где наша-то не пропадала? Так, ладно. Пока вроде все просто, все замечательно. Все, берем. Давай. Так, что это такое? А, аптечка. Аптечка, аптечка, аптечка моя. Так. Что дальше-то? Кольцо какое-то, смотрите. Ой! Ой, плохо, плохо было. Давайте загрузим. Загрузить. Нет, выйти? Да. Играть. Продолжить игру, давай. Так, и так, и так, и так, пацаны, 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 ничего не понятно пока, но очень интересно. Взяли брусок. Это хорошо, что мы взяли этот брусок. Так, теперь-то что нам делать? Вниз, что ли, попробовать? Нет, неплохо, это плохо, нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Продолжить игру. Так, теперь непонятно, что нам делать. Я вообще что-то не понимаю немножечко, что нам делать теперь. Так, нам надо как-то туда добраться, ну как? Ага, понятно, как мне это сделать. Понятно, понятно, в принципе. Давай, понятно, понятно, понятно. Давай тогда проберемся вот туда вот. К этому кольцу. Ну ладно. Так не страшно. Так не страшно совсем. Так не страшно. Так. Только вот непонятно мне. Может быть, я что-то не нажимала, не дожала. Как мы вернемся так к Мидасу-то? Ну, в смысле... Мы же не можем вернуться так, как пришли. Так. Наверное, нам обратно туда, к этому рычагу. Фиг его знает. Я не знаю, пацаны. Но два рычага мы уже нашли. Это классно. Так, все, тут больше ничего же не нажимается. Не, ничего не нажимается. Так, ладно. Так, давай. Куда-нибудь-то ты залетишь.
Ну-ка, хорошо. Так, давай так, наверное. Ага. Ага, даже тут даже, лучше проделали, смотри. Ну-ка, давай. Так, подожди. Только я не понимаю, куда нам потом идти-то? Ну вот брусок, мы можем просто вернуться обратно, но... Другая-то дверь не открыта. Ну сейчас, наверное, эту дверь-то и откроем как раз-таки. Так, ну-ка, давай, подожди. Раз и два. На раскачку нет времени, Лара. Так, нам еще, походу, туда надо прыгнуть. А, вот так вот, наверное, получше. Ай, блин, соскользнула! Немножечко соскользнула, пацаны, соскользнула. Немножечко соскользнула. Все, успели, пацаны, это успех. Можно контрольную точку здесь? Так, ну что, что он нам откроет-то, этот рычаг? Так, еще поднялась какая-то штука. Там реликвия, реликвия, пацаны. А где это она? Ну ладно, сейчас пойдем. О, контрольная точка была. Ладно, давай. Давай, 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 давай. Сейчас разберемся, где она. Давай разберемся, давай, 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 давай. Давай, 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 Ларка, давай. Плыви, мне надоело просто плавать тут постоянно. Так, где эта реликвия? Где-то выдвинулся этот столб. Ну где? Давай. Вот этот, что ли? А какой? Чё-то я не понимаю. Чё-то вообще не понимаю. А, вот он! Он еще и на время, он задвигается! Ах ты ж, ах ты ж, ах ты ж. Вот оно как. Нажимай. Хорошо, башня пошла. Так, хорошо, она, оказывается, на время, там надо торопиться. Так, хорошо, давай, 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 быстрее. Давай, давай, быстрее, быстрее, Ларка, давай, быстрее, 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 моя девочка, быстрее. Давай, быстрее, быстрее. Быстрее, быстрее, Ларочка, Ларочка. Если бы можно было на shift нажать, я бы тебе нажала. Ой! Что это? Что это такое? Я же сказала, эти отверстия в полу, что-то нехорошее будет. А почему сейчас это все заработало специально, что ли? Пацаны, что это такое, блин? Что это за фигня-то? Что это такое? Вы что? Мне реликвию надо доставать, вы что? Вы что? Это что такое-то? Ребят, ну это просто можно часами, понимаете, сидеть. Я не знаю, ну мне серию не закончить. Ну я, ладно, я могу закончить серию на том, что, типа, я не забрала реликвию, все плохо. Но потом-то я дальше-то снять не могу в серии, потому что я все на этой застряла. А время-то у меня не резиновое, ребята, понимаете? Даже вот я вам открою секрет. Летсплейщики даже некоторые бесятся не на саму игру, а бесятся то, что у них времени не будет. Потому что люди-то, ну, не все же сидят там на донатах и монетизация от Ютуба. Ну, монетизации от Ютуба сейчас ни у кого нету. Некоторые люди-то... работают, понимаете, и после работы ты приходишь и думаешь, ой, я серийку запишу пацанам, а в итоге ты не можешь записать, и ты бесишься, ну, на игру. Вот. На то, что она, ну, не может, блин, не может. Давай быстрей! Давай быстрей, быстрей, быстрей! Давай, давай, бери! Фу! Только лечись! Лечись, 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 не умри! Лечись, лечись! Головы грифона устанавливались на бронзовые котлы или чаши для питья древними греками приблизительно 700 до нашей эры и служили талисманами, защищающими злых духов. Лечись! Угу. Все аптечки просрали просто. Все аптечки просрали, просрали просто все аптечки. Так, контрольные точки сейчас. Ну вот, ребят, как раз-таки я вам сейчас рассказала примерно, почему бесят бывают игры, и все получилось.
Здорово. Вот иногда с вами стоит поделиться, ребят. Почему иногда? Всегда надо делиться своими переживаниями друг с другом. Тебе, ты пиши свои переживания, я тебе свои. И все получилось. Спасибо тебе. Это потому что твоя поддержка. Ты, наверное, сейчас кричал и говорил: Тамара, получится, не переживай. Ну что, ребята, теперь серию спокойно могу эту закончить. И мы продолжим в следующий раз. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем хорошего настроения и хорошего дня. Всем пока, ребят.